Тут пока нормально все. Полдесятого. Дождь еще гремит, поэтому все в порядке. Все отлично. Всем доброй ночи, 3 часа ночи, я за Красноградом, 110 километров проехал, став был дождливым, ливень шел, и посечено, пришлось ожидать под мостом. Сложность была состояла в том, что по трассе видишь, тебя поливают как только могут. Вода сверху, вода сбоку. Вот. Ну, сейчас немножко так подсох чуть-чуть. Вот ноги только вот. Не додумался чуть-чуть вот взять кулечки. А так все хорошо. Направление движения моего, если мы еще в Харьковской области, нет. У меня все отлично. Есть, конечно, какой-то дискомфорт. Стабильность неплохая. То есть я доволен результатом. А результат будет впереди. Утро, 4 часа 57 минут. Осталось 3 минуты до восхода солнца. Кстати, восход солнца. Мы находимся на трассе, уже Харьковская область, мы выезжаем. Осталось немножко до Днепра. И что интересно, Саша едет 600 километров, да? Харьков, Запорожье, а потом... Запорожье, Харьков, а потом Харьков, Запорожье. Запорожье, Харьков, а потом Харьков, Запорожье. Молодец. Ребята, посмотрите, это же счастье какое. Восход солнца, так здорово. И я на трассе, до Днепропетровска осталось совсем немножечко, совсем чуть-чуть. И вот, получаем огромное удовольствие. Восход солнца, какая красота, как здорово. Ради этого стоит ездить, не только путешествовать. Станет солнце, станет мир и прекрасней, и выше, сказал Теннисон. Итак, осталось 50 километров до Днепра. Жарко. Время 7 часов 43 минуты. Ура! Я въехал в город Днепр. Прямая мост через реку Днепр.
и финиш на улице Симферопольской. Клиника Медуньюа. Ура! Через год и 26 дней в клинике Медуньюа. Клиника Медуньюа. Мне здесь сделали операцию. Поставили эндопротез. Сегодня я здесь. Сегодня 2018 год. 25 июля. Я поехал от Харькова до клиники Медуньюа. 225 километров. Ну что, потомству пример. Я это смог. Я готов был еще в том году это сделать. Все оттягивал. Спасибо клинике, спасибо людям. Ну и реабилитация, все остальное, это мое.